Так, ну что, ребята, всем привет, всем здорово, добро на связи. Мертвое море. Здорово, здорово, шаббат шалом. Да, я писать могу. Давай, быстрее пиши, быстрее. Короче, ребят, сейчас запускаем дрон. Будем сегодня, я сейчас снимаю видос, будем снимать еще видео над Мертвым морем, да. Мы сегодня поснимали в горах, а сейчас хотим поснимать над красивыми девушками, да? Вот, так что давай вот сейчас Саня запустит, все сделает. Да. И полетим. Так, ребят, традиционно, короче, запустили перископ. Вот, сейчас будем запускаться потихонечку. Вот, так что скоро будет ролик, ребята. Буквально чуть-чуть осталось. Балансирую его тогда. Ну что, ребят, готовьтесь. Скоро будет видосик на моем канале «Добра и позитива». Погнали. Все, народ... Народ клюнул, короче. Прикольно, да? Погнали. Главное, чтобы нас не сбили израильские разведчики. Ну, прикольно. Здесь хорошая видимость, да? Его видно нормально. Ты видишь? Не отсвечивает? Отсвечивает. Давай вот так, может, я встану. Вот, вот, да. Давай. Смотри, как что. Вот Саня, короче, тут управляет всем этим процессом. Да. Прикольная тема, да. К нам летит? Ага. Девушки, скажите ку-ку. Там эти деревья, главное, аккуратно. Ага. Прикольная тема. Слушай, он быстрый, да? Смотри. 16 метров в секунду. Офигеть, 16 метров в секунду. Там воробьи местные в шоке, наверное, да? Че тут полетело, прилетело, да. Полетим к отелю. Давай над отелем пролетим, над нашим, которым мы живем, короче. Отельчик вот наш, Royal. Ребята. Да. И сделайте, пожалуйста, репост этой трансляции в Facebook и в Twitter. И не забываем про лайки. Да-да, не удивляйтесь. Лицензия на коптер есть? Есть, есть. Все есть. Сегодня напечатал. Да. Смотри, там еще ты близко не подлетай. Или повыше взять можно. Максимум? Ну, это не максимум. Я просто... А, он на нас? Да, просто показал, завис. Ага, РР снимает, да? Слушай, тоже прикольное будет, да? Давай к нам, короче. Сейчас его туда направляем, к нам. Давай к нам. Заряд батареи у нас все нормально, да, хватает, все. О, прикольно, слушай, он высоко поднимается, а? Обалдеть. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас есть еще. Ну, народ загорает, короче. Погода шикарная, тридцаточка, ребятки. Давайте почитаю ваши комменты. Сколько градусов? 30. 30 градусов. Да. Какова высота? Сколько сейчас высота у него? 60 метров. 60 метров, да? Немного. Ну, вот он. Мало. Ну это мало, да. Можно. Я можно вот туда запущу. Сейчас поднимусь на 150. Повыше еще, да? Это вы мог взяли? Попробовали вот это? Первый заинтересовавшийся. Продается. Да. Мы представители компании. Сегодня акция. Скидка 50%. Да. Купишь себе такой, ребят? Да, наверное, куплю. Передай привет Максиму. Здорово, здорово. Война рядом. Ну, это да, дело такое. Спасибо. Покупай. Давай трешку твою продадим, купим тебе четверку. А лучше Inspire. Да, да, да. Слушай, где он у нас? Вообще потерялся. Не видно. На юг. Летим на юг.
Вон он. Вижу. Ага. Все, вижу. Слушай, а это самое, надо вот тем вот островком сейчас кружануть. Так, привет, привет, ты где? Ни хрена не видно, сейчас подлетит. Ну, я не знаю, я вижу, вот он. Давай пониже его спустим или что. А пусть к нам сюда подлетит, поздоровкается. И дальше его отправим. А, с ветвями? Да, ребят, прикольная тема, да. Мне привет Симон передал. Привет, Краснодар, привет. А как управляете? Управляет вот Саня. Стикерами. Да, Саня тут у нас на как пульте на управления. Как на джойстике, играли когда-то в Денди или в Сегу? Вот он спускается, короче. Давай, давай, давай. И селфи давай сделаем. Тормози, 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 тормози. Ну. Давай я поближе подойду к нему. Ага. Давай. Можете передать себе привет, ребята. Вы в видео попадете вот на эту камеру. Ровно на эту камеру вы попадете в видео. Да. Мама, я в Ютубе, да. Забоялись, да? Да. Ага. Ой, прикол, блин. Лен, иди сюда, мне надо тень. Сколько стоит, ребята? Нам даром, ребят. Мне надо тень. Да. Смотри как. Так вот, да? Так, полетели, короче, вот на тот островочек. Сейчас там тоже поснимаем. Да. А где тёлки, ребят? Ну, не знаю, тёлки вот. Сейчас приближу. Вот вам тёлки. Все для вас, ребят. Это где? Где? В Израиле где? Точно не в Караганде. Подойди ближе. Да. Репост видео, ребята. Репост, репост. Да. А где наша шмелька? Ща прилетит. Серега, где Вика? Вика рядом. Вот он летит. Вот он наш. В соленой воде. Пчел Пчелыч. Да. Он над телочками спустись. Давай, давай, поближе. Че, нормально, да? Привет, ребята. Нет, лучше вот на теле с толстопузиками. Ага, о. Спасибо за репостик. Спасибо. Угу. А те куда далеко уплыли, да? Ага. Да, там мы еще не были, да? Прикольно. Скажет, разведка. Обход территории. Да, да, да. Да, здорово. Здорово. Вот Дедан тоже заинтересовался, да? Дед, как тебе? Нормально? Good? Ну, good. Лайк тебе поставил. Хватит. Во! Молодец. Так. Что, до Иордании это вряд ли долетит, да? Ну, тут километров 7, наверное, да. А у него двушка, да, там получается? Два максимум. Два максимум. Когда есть хорошая радиосвязь. Да, да. Ну да. Ну что, может ты попробуешь, пока бы. Не, я не буду точно. Давай, я лучше вон в перископе, блин. Снимаю. Тем более народу много, я еще что-нибудь сейчас, знаешь, что-то сломаю. Лилечек наш, привет! Красавчик, красавчик. Привет. Вот оно, ребят, привет. Садитесь. Потихонечку. А селфи сделает нам, нет? Селфи фото? Да. Ой,
но я боюсь, чтобы... Ну ладно, не будем. Нет, давай мы попробуем, как бы, чтобы эта видеозапись не прекратилась. Сейчас. Хотя можно прекратить и сразу включить ее, нет? Снимают его. На голову не сходите, нет, шляпка. А вот твоя шляпка, дорогая. Нам, к нам, возвращайся, возвращайся, возвращайся. Тихо, 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 не махай. Браво, браво. Красавчик. Попробуем. Давай фотку все вместе, Вик. Ой, мне лучше. Ну что, палец просто. Я могу просто прекратить запись и... Вот, там же сняли. Все, отлично. Ну, я не знаю, я могу сейчас прекратить запись, я тогда точно фотку буду. Потом снова... Не, лучше не надо. А, ну смотри сам как. Я уже монтирую. Угу. Привет. Давай попробуй. Давай. Ну, в общем, ребят, короче, как-то так. Ролик будет на моем канале. Скоро все увидите. Там хорошая камера, да. Там сколько у нее лупешник. Подписывайтесь, подписывайтесь на канал. Что-то 12 мегапикселей там. И на Перископ. Все, ребятки, чао, пока.